монтаж теплицы арочной 2,5 м с размером 2,5, шириной и 6 длиной. Здесь мы уже установили полностью каркас. Здесь у нас дверь с форточкой, в втором торце у нас будет форточка, также две фрамуги. По фрамугам предварительно вся фурнитура уже готова. Накрутили здесь у нас цепочки, шпингет, ручки, уголок и петли. И выставили там, где они должны стоять. Это у нас фрамуга будет в этом пролете стоять и сюда смотреть. Та фрамуга на ту сторону по диагонали. Труба у нас идет 20 на 20 на 1,5 цинк плюс полимерная порошковая покраска. Поликарбонат идет у нас на ватра. 0,75 плотности, 4 мм. Также установили на брус. Брус у нас идет 100 на 100 обработан антисептиком. Выставили его уровень. Сейчас будем перекрывать. Продолжаем монтаж теплицы арочной слоны. На 6 сейчас будем монтировать фрамуги. Сначала, что нужно сделать, чтобы их установить? Сначала перекрываем поликарбонат по бокам от фрамуг. То есть у нас здесь будет фрамуга. Мы здесь перекрыли и там. Также крайний лист кинули. И здесь сейчас будем отрезать лишний поликарбонат, который нам будет мешаться вместе с фрамуги. Здесь будем отрезать и прикручивать саму фрамугу. После того, как мы прикрутим фрамугу, ну также предварительно вся фурнитура метизы на фрамуге прикручены. Будем сейчас здесь прикручивать фрамугу и дальше кидать также следующие здесь листы будем ложить. Его нужно сначала порезать пополам и уже прикручивать на фрамугу. Весили фрамуги и их устанавливаем в открытое положение для натяжки поликарбоната. Сейчас будем накидывать поликарбонат и с внешней стороны его обрезать, делать нахлёст, клеить перфоленту с профилем и дальше уже автоматы на нее ставить. Сейчас это все дальше вам покажем. Монтаж фрамуг. Сделали поликарбонат. На фрамуге сейчас здесь будем их обрезать, перфоленту клеить с профилем, прокручивать их. И дальше потом еще покажем. Здесь также. Все в открытом положении. На шпингалете натянули все. Все будет там обрезаться. Фрамуги уже сделали. Здесь все обрезали, перфоленту наклеили, с профилем сделали, прокрутили сверху. И осталось установить автоматы. Автоматы будем устанавливать таким вот образом. Автоматы устанавливаются в закрытом положении фрамуги. Также потом сделаем цепочки, чтобы не вырвало ветром. И на этом уже кончили монтаж пеньковых фрамуг. Здесь установили автоматы плюс цепочки и вот такое напоминание на вклеили. Автомат устанавливается, шарик прикручивается и 36 сантиметров куда придет в закрытом положении самой фрамуги. Также шпингалеты перекрутили на летнее время, на зимнее время он перекручивается, то есть автоматы снимаются, шпингет перекручивается и закрывается фрамуга. Здесь то же самое. Крутим сюда шарик в закрытом положении, фрамугу делаем 36 сантиметров, второй шарик. Пружина должна быть всегда в натянутом положении. Также цепочки от ветровой нагрузки. Так вот устанавливаются фрамуги. Сначала кладутся боковые листы от фрамуг, вырезаются лишние здесь, чтобы не мешалось при открытии, закрытии. Потом уже прикручиваются сами фрамуги. Дальше уже ложится вот этот весь лист, который идет на фрамугу. Прикрутили его, здесь обрезали снаружи, наклеили перфоленту с профилем, надели. И дальше уже ставятся автоматы. Если у вас без автоматов, ставится ручка. Здесь отверстие под ручку, ставится ручка. И можно открывать уже самостоятельно. Таким вот способом устанавливаются коньковые фрамуги. Кончили монтаж теплицы арочной 2,5 на 6 нового типа. Высота здесь 2,250. Выше, чем обычная теплица, которая 2,100 идет. Также дополнительный ряд прогонов здесь идет.
труба идет 20 на 20 на 1,5 цинк, плюс примерно порошковая покраска. Также здесь натянули две стены подвески, две нитки, одна с одной и вторая с другой. Дальше у нас идут здесь две фрамуги по диагонали на автоматах в коньковой части, установили на брус. Брус у нас идет 100 на 100 обработан антисептиком. К брусу прикрутили якоря 6 штук. И также поставили диагональные усилители, 2 штуки по диагонали. В дальнем торце у нас здесь форточка торцевая. До конца у нас не открывается, близко к забору. Делали такой крючок здесь изнутри. Также весь поликарбонат защищен перфолентой плюс профилем торцевым. Все это сделано. Также резинотрассовый уплотнитель. Такая утеплица 2,5 на 6. Высотой 2 250. Автоматы уже начали работать. Очень жарко. Такая утеплица.